Прямо сейчас обо всем по порядку. Бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится в орбите следствия по делу о январских событиях. Об этом сегодня в кулуарах Мажилиса сообщил заместитель председателя КНБ Аскар Амирханов. Он добавил, что Самат Абиш находится в стране и дает показания, но вот в каком статусе не уточнил. Под следствием также начальники департаментов КНБ Кызылординской, Алматинской областей, города Алматы и бывший начальник 5-го департамента. Впрочем, на многие вопросы ответов журналисты так и не получили. Свою немногословность зампред КНБ объяснил тайной следствия. Со своей стороны, как причины, они все объективны. Мы должны расследовать тщательно. Да. Ну, расскажите об этих дать причинах. Ответы на все вопросы, которые вы сейчас задаете. Скажите. Я не могу их комментировать, потому что есть тайна следствия.